Привет, друзья! Наверняка вы слышали старую присказку. Вышел я летом в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ебанутый. Именно этот стишок настойчиво лезет в голову, когда речь заходит о так называемой повесточке ЛГБТ, БЛМ и прочие агрессивные веяния моды. Лично я отношусь ко всем этим шевелениям с известной долей ехидного похуизма, так сказать. До тех пор, пока это не касается лично меня и моих близких, мне относительно похуй. Собственно, я и к официозному христианству также отношусь. Просто не лезьте в душу и держитесь от меня подальше. Вот вам мое послание, как пела группа «Психея», да? Но вернемся к актуальной западной повестке. К нашим баранам мы всегда вернуться успеем. Они нас не покидают, собственно. Так называемые алфавитные люди, alphabet people, ну, так называют себя в США. Так не они себя называют, а так в США называют ярких приверженцев вот всех этих многозначительных аббревиатур. В общем-то, это довольно агрессивная тусовка. Их идеи настойчиво проникают в актуальную западную поп-культуру, плодами и выкидышами, которые все мы с вами пользуемся. Это напоминает стремительное повсеместное проникновение идей нацизма в Германии 30-х годов. И на эту тему, кстати, был отличный фильм «Кабаре» с Лайзой Минелли. Прекрасное кино, советую посмотреть. Там тоже одухотворенные новые идеи, молодые люди бодро выступали за все хорошее против всего плохого. Все это постепенно нарастало, и все мы знаем, как ужасающе трагически это закончилось для всего человечества. Вот. К текущей западной повесточке я склонен относиться как к очередной форме фашизма. Да? Просто определяться убермендж или унтермендж будет определяться по иным признакам. Ну, дай бог, чтобы я ошибался, надеюсь, я не прав. Но вернемся к присказке про лето, лыжи и всевечную дилемму. Ебанут ли я или нет? Как пел Егор Летов, либо мне пора, либо всем вам загнуться. Либо все молодцы, либо я один хороший. Главный вопрос, который я хочу задать всем нам сегодня. Как повесточка влияет на кино, музыку и видеоигры? Отрицательно. Может, для кого-то положительно. Вот хуже ли стала третья серия Last of Us сериала с художественной точки зрения? Из-за того, что там демонстрировали романтические отношения двух геев. Ну, если мы... Ну, например, если мы мимолетом вдруг узнаем, что персонажи одного пола внутри фильма или игры любят друг друга на всю глубину своих широких душ, портит ли это само творение? Получается, вот лично у тебя, не обращать на это внимания. Я для себя понял следующее. Нравится, не нравится, нас никто не спрашивает. И, как бы это сказать, едва ли так называемый прогрессивный мир внезапно развернется в другую сторону. Сильно в этом сомневаюсь. Очень уж стремителен и агрессивен новый мировой порядок. Как розовый кисель он проникает сквозь трещины в фундаменте вчерашних ценностей. И это не остановить, я так думаю. Итак, снова вопрос. Лыжи не едут? Или мы ебанутые? Мир сошел с ума, или мы ебнулись? Мы... Кто мы? Старые ворчливые брюзжалы, не въезжающие в крутую модную тему? Или мир действительно катится в пропасть? Это вопрос. Ну и глобальный вопрос относительно потребляемой нами поп-культуры в целом. Сейчас хуже, чем 10 или 20 лет назад? Вот как ты считаешь? Объективно стало хуже? А может быть даже лучше? Ощущаешь ли ты кризис содержания? Если да, то... Каков масштаб этого кризиса? Может быть, это вялый, болтающийся конец западной цивилизации? И кто здесь умирает? Ты или мир? Интересно услышать твое мнение. И лично я еще недавно считал себя старым и не въезжающим в тенденции. Я думал, я просто не вписываюсь. А сейчас я думаю, что у большинства современных людей абсолютно потеряна система координат. Полностью практически. Ориентиры, предлагаемые яркими
фотофантиками, инсты, успешного успеха, сексуальной и психологической псевдопродвинутости. Это все нереальные ориентиры, несовместимые с реальным миром, несовместимые с жизнью. Толще видим, глубже мрем, круче гадим, жарче жрем. Так пел Егор Летов когда-то, и, собственно, этим многие сейчас и занимаются. Ну, я, наверное, не исключение. Впереди как-то все туманно, и будущее, ну, лично меня пугает. Я очень переживаю за своих детей, за их умы и судьбы. Да и самому бы не сойти с ума среди всех этих радужных бурлений, заведомо протухших конфет. Ужас. Иногда страшно. Очень. Берегите себя, тех, кто вам дорог. Никто не знает, что будет дальше. И будет ли это дальше вообще. Спасибо за внимание. Всем пока.